Смотрите эксклюзивный проект на телеканале «Самара ГИС». Мы поговорим о наболевших вопросах в сфере ЖКХ и положительном опыте благоустройства. В четверг, 11 ноября в 20:30 в нашей студии глава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Алексей Коробков и председатель ТОС 26-й квартал Марина Максимова. Совет моего дома решит проблемы вашего.